Короче, ребятки. Девчатки. Пока Пашка монтирует видео, хочу маленечко потренить. Сегодня у меня будет жиросжигающая тренировка. Все, кто готовится к лету, напишите вообще, будет вам интересно или нет, чтобы я снимала такие тренировки. Потому что эта тренировка реально очень крутая. Поехали. Как я вообще занимаюсь? Обычно я включаю секундомер, таймер. И одну минуту я прям вкладываюсь в одно упражнение, потом одну минуту я отдыхаю. А не так, чтобы я просто позанималась, а потом не понимаю, насколько я отдыхаю. Всегда должен быть пульс, всегда мы должны определенное время отдыхать, и тогда будет эффект. И обязательно включаем музыку и занимаемся дома в кроссовках. Сначала будем делать с вами пресс, потому что я его ненавижу делать, и в самую последнюю очередь я его обычно не делаю. А потом уже все самое интересное. Старт. А где музыка? Put your right now, put your right now. Может, музыку реально включишь? Музыка пошла. Это идиотское упражнение, но оно реально крутое. Поехали, одну минутку. Ну что оно, девчонка, зачем его делать? Просто надо. Одна минута и так 5 раз. Одну минуту отдыхаем, одну минуту делаем. This is not forever. Folks changing like the weather. Сейчас будем делать приседания с упрыгиванием. Но для начала мы просто развернемся, приседаем 20 раз, а потом уже будем делать выпрыгивание, мы также интервально. Только 3 подхода, потому что это намного сложнее, потому что я не подрасчитала силы. Мне плохо. Поехали. Пять, 10 секунд. 9, 8, 7, 6. Очень изматывает. Я сейчас демонтирую видео, и мы отправляемся, как вчера хотели. Но вчера ничего не получилось с Давидом. И сделаем это. Прямо сейчас. 3, 2, 1. Начинаем! Все, сели к нашим друзьяшкам. Друзьяшки, поздоровайтесь, вас кто-то ведь помнит? Скажи! Алиночку помните? Смотри, она какая хорошенькая. Йо-йо-йо. А Давида-то помните? Черножопенького нашего. Сейчас мы едем записывать то, что вы уже увидели. Видели, да, у нас какой аппарат-то? Аппаратище, а? Братан, скажи, вон у тебя брелок BMW, все дела. Это все, что у меня осталось от моей ласточки. Это уровень чисто, да? Да. Главное, мы на светле, заметил? Ну, в смысле, мы не тонированные. Красивые люди не тонируются. Пипец нам. Какая разница, BMW это или Лада? Главное, семерка. Да? Что Лада семерка, что Лада семерка. У него чисто семерки по жизни, у пацана. Да, да. Сейчас вот снимать будем вам эти кадры, которые вы уже увидели. Настюха будет модная. И, короче, сразу же после этого мы садимся за руль. Точнее, Настя садится за руль. И будем пробовать ездить. И на себя! Краса! Как
Никак. Ну чё, продолжаем наш вложик. Настюха, ты помнишь, ты на гольфе гоняла? Да. Ну вот, считай, то же самое, только... Я вообще боюсь. Только по-русски. Вот с этим, с этой штукой я забыла, что делать. Там нарисовано все. Так, с какой штукой? Это сейчас не стри, надо повернуть, вот стри. Короче, мне это нейтралка у меня. Давай. Короче, выжимаешь... А, сейчас заводитесь, а где отключить? Да. Подождите, друзья. Настя, нам нужно срочно. Срочно. Это... Вибрация пошла? Да. Вот, поехали, все. О, нифига себе. Отпускай сцепление полностью. Отпускай. Угу. Все, теперь рули, что. Вот, Давид хороший учитель. Смотри, реально, я ее на гольфе-то не мог научить. Самое главное, остановись, ребята, я не помню как. Сцепление и тормоз, и нейтраль. Машина начала катиться, чуть-чуть плавнее сцепление убирай, давай. Сильнее убирай. Еще. Еще сильнее. Вот. Опачки. Вот она, старая Настенька моя возвращается. Почему ты заглохла, поняла? Да, потому что резко это... Когда машина начала вибрировать, это значит, что сцепление еще медленнее надо отпускать. Киску гладить. Киску? Что? Киску гладить. Ты где этого понабралась? От тебя. Я вот такого не знаю. Давай, заводи. Или ты это не из той философии берешь? Все нормально. Киску гладить. Почему она говорит, что это от меня думает? Я не знаю, что вы там дома делаете. Это не дома. Это Гарик ему сказала. Давай, заводи снова. Ну так вот. Че ты девчулькам доверил нашу ракету? Да, че? Ее уже ничем не испортит. Вот она, наш огонь. Я забыла. Давай сцепление. Сцепление. Выжимай. Первый включай. И плавно. Давай просто плавно. Прямо чтобы нога затекла. А, мне постоянно так. Вот, молодец. Все, уехали. Смотри, ты видела? Газу добавил! Блядь! Настя вообще чё? Дебилы, блядь! Итак, Настюха против Змейки. Как вы думаете, кто кого? Теперь уже в другую выруливай, быстрее! Сейчас в другую выруливай, быстрее, давай! В другую рули быстрее, что так медленно, Настя! Молодец, ты проехала Змейку! Давай второй круг, быстро! Так, я тебе скажу, когда поворачивай. Давай, поворачивай. Да не так, в другую, быстрее! В другую, быстрее поворачивай, сейчас собьем! Сука! Что, блядь? Что? Я с ней больше не поеду, у тебя жена в Сибири. Ты чё, жена? Ты видел? Она бутылку разбила. Ты чё, дрифтануть хотела, что ли? Так получилось. Сейчас дрифт пойдем. Я думала, мы перевернемся. Тут бутылки и говно. Дрифтить? Я сейчас села, ты учу, гоните, что ли? Тихо. Вы же сказали, что просто прокатимся. Нормально, просто прокатимся. Не надо, тихо! Это очень страшно! Давид! О, все, перевязали! Настя падает, подожди. Короче, поснимали, как хотели. Настюху за рулем, Алинку за рулем, Давидку за рулем.
Дэвид все хуже, да, ездил? Заметили? Он чуть не перевернулся и вообще как-то неуверенно ездил. Его шатало туда-сюда. Вот сейчас просто снимем Давиду для канала. Кто не знает канал Давида, тот вообще не с нами, понятно? Ссылка в описании. У него есть свой канал. BMW он снимал. Сейчас он вот это ведро будет снимать, а? Да, эксклюзивчик. Ну давай, я прорекламирую сам себя красиво. Да, короче, заходите на канал, пожалуйста. Вот оно как. Пожалуйста, посмотрите дюшки Давида. В описании наш лучший друг в мире. А сейчас снимем ему видосик, и я думаю вот туда сходить. Там, короче, заброшенные дома какие-то. Для влога хочешь, да? Да. Надо на нос ходить. В заброшке, да, побываем? Короче, вот вообще, очень странный дом. Еще снег пошел, заметили? Да. На улице плюс 5, но мы как подъехали к этому дому, пошел снег. Алинка, вообще... Вот в этой части дома вообще, смотрите, снизу все окна выбиты, и там видно тоже то, что кто-то жил, он кто-то Новый год праздновал. Видите, там этот... Что-то у меня ощущение все-таки, что здесь никто не живет. Смотри, и окна все разбиты у людей вообще. Тут вообще он нормально. Кондиционер, смотри, вверху. А что вот это за связь с космосом? Там много связь с космосом, это видел? Это солнечные крутки на батареи. Какие-то, видите, наверху? Как будто там это майнинг-ферма, короче, огромная стоит. Тут, короче, какашки, вы осторожнее ходите. Да, это видно, не так нормально. Я на какашке езжу. Я не боюсь наступить в какашку. И если вам реально интересна тема заброшек, у нас есть один чувак в Перми, который ходит по заброшкам. Мы можем вместе с ним что-то сделать. Ну, напишите, реально. Такая тема довольно-таки непонятная. Всегда думал, что это детский сад, но самому, сука, страшно. Страшно, да? Смотреть неинтересно, детский сад какой-то, а ходить страшно. Ладно, все, короче, погнали домой. Замерзли, наснимали вам контент. Все. Привет! Люди на нормальных машинах ездят, а мы с Давидом. О, что, М-ка, что ли? Да это так, красавчик! Блин, была бы с собой подушка, я бы тебе подушку еще дал. Не, у меня все началось с того, что мама подарила мне подушку BMW. Рад увидеть, пока. Узнал, как сделать так, чтобы... По сути, собственника машины может быть хоть кто, даже не спрашивал это, потому что... Улыбайся, даже в семерочке с Владе, улыбайся. Не надо никаких троек синих в М-пакетах. Чисто вот, БМВ, не надо, у нас семерка и так. Улыбайся, улыбайся, невесомость не дари. И отдайся, улыбайся, улыбайся. Мы наконец-то возвращаемся домой, уже вечер. Мы еще купили одну игру дома, сейчас вам покажем. И Настя мне сейчас заявляет. Сегодня было дело в том, что жеребьевка Лиги Чемпионов, полуфиналов, кто футбол любит, тот знает. Она говорит, что Реалу досталась Рома. Вот. Я не знаю, кто достался Реалу. Я спрашиваю, типа, а с чего ты это взяла? Она говорит, я не знаю, я откуда ты это знаю. Откуда? Она говорит, мне походу это приснилось. Реально? Я откуда ты это знаю? Ну, может, это не так, но я вроде Рома, точно что-то я помню. Сейчас придем такое. Домой, если досталась Рома, то, походу, у Настюхи вещи сны. Скорее бы тебе приснилось, как мы на Мальдивах, кайфуй. Мне снилось. На Бали. Не, мне тоже это постоянно снится, но от этого толка нет. Знаете, как будто вот эффект дежавю. Ты как будто это все проживал уже. Какие-то такие мысли, эмоции, а потом бах. И Реал Мадрид играет с Рома. Рома. Рома? Рома. С Ромкой. Бавария, Реал. Ливерпуль, Рома. Короче, Настя. Фигня у Насти вообще нет никакой чуйки. И на Бали, значит, мы никуда не поедем. Все с тобой понятно. Спасибо тебе. Поедем! Вот. А сегодня все. Но, как всегда, под конец мы обещали вам делать какие-то
подарочки в плане фильмов, потому что искать фильм — это такое вообще прямо бесит. Я помню, когда постоянно ищешь фильм, Настя там уже, ну я, ну что ты там нашел? Я такой, да блин, подожди, она уже там сидит уже, я тыкаю, так бесит прямо фильмы искать. Вообще. Поэтому мы вам сегодня советуем снова два фильма. На реальных событиях будет, да, два фильма. Да, сегодня мы советуем два фильма на реальных событиях. Я советую от себя «Дело храбрых». Очень крутой, очень мужской, очень сильный фильм. Если вы в конце не заплачете, значит, вы не мужчина. Нет, Пашка реально, плакал. Я заплакал. Мне прям вообще жестко, прям до слез, когда... Короче, видите, посмотрите и напишите. А я советую фильм про собачек. «Белый плен». Кто не смотрел, то посмотрите обязательно. И там тоже вы будете плакать. Там еще будете ныть. Ну, блин, они такие крутые, эти оба фильма. И просто реальные события, это всегда ты ноешь, мне кажется, нет? Ну, они здесь преподнесены правильно. Ты влюбляешься в героев и за счет этого. В общем, да, посмотрите эти два фильма обязательно. Всем вам спасибо, что были сегодня с нами. Сегодня был, мне кажется, очень крутой и активный день. Сегодня было хорошо, а завтра будет лучше. Всем пока. Ну, лагерь не была. Ну, ты что поделаешь?